Дагестан вошел в топ-15 регионов России по числу случаев получения взятки. По данным Генпрокуратуры России, за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 49 подобных преступлений. По этому показателю Дагестан занял 13 место среди субъектов страны. Отмечу, что в статье «Дача взятки» регион не вошел в топ-20. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что средний размер взятки в 2020 году составил 500 тысяч рублей.